Всем доброго дня. Сегодня получаем первую машину из Финляндии с ротоваторами. Машины, которые работают с углублением от 20 до 50 сантиметров в грунте. Продукция компании Mary Crusher. Завод называется Суапони. Так выглядит машина. Завезли первую партию машин, это первый автомобиль, который пришел с таможни. Сейчас поедем еще за двумя машинами. Внешне выглядит очень качественно. В комплекте идет прикатывающий каток у каждого ротоватора. Агрегатирование с тракторами мощностью от 80 до 250 лошадиных сил. Эти модели будут у нас присутствовать на складе, их можно приобрести. Данная модель будет доставляться клиенту в Ярославской области. Будем проводить пробный запуск машины и снимать подробный обзор. Выглядит оборудование.